Всем тыч, вы на моем канале, с вами как всегда Арти. Перед началом ролика хотелось бы попросить тебя поставить свой лайк и на канал подписаться, чтобы ты не забыл это сделать потом. И сегодня я хотел бы поговорить с вами об изменениях в обновлении 10.2, потому что большая часть вас его просто не читает, хотя она вышла буквально вчера, то есть 7 марта, сегодня у нас 8 марта. Кстати, девушек моего канала хотел бы с праздником поздравить. Из косметических изменений вышло два новых облика, это Кровавый Ворон Гор и Технобандит Хоуи. Они сейчас на вашем экране, в принципе, скины мне понравились, достаточно годные, но, блин, вышли они в сундуках, Прикосновение Зла и Будь в Форме. Поэтому особо на них заострять внимание мы не будем и сразу перейдем к дополнительным правкам баланса. Перейдем к предметам, это будет в виде подкаста, то есть я буду свое мнение высказывать, вы свое пишите в комментариях под этим роликом. Итак, героизм, начальное улучшение. Этот эффект больше не накапливает заряды и не суммируется с другими щитами, а заменять имеющиеся мелкие щиты новыми большими щитами. Но самое главное тут — это перезарядка увеличена с 8 до 15 секунд. Но это все, предмета больше нет, не существует, собирать, я думаю, его никто не будет. Кольцо телекинеза, ослабление. Это очень жалко для меня, потому что я его достаточно часто собирал на моих магических АДК, Фрея, Ларун и так далее. Но окей, скорость атаки уменьшена с 20% до 15%, 5% очень большой нерф. Бонусный урон базовых атак от пассивного эффекта этого предмета уменьшен с 10+3 за уровень до 10+2 за уровень. Бонусный урон, ладно, еще не так сильно, как скорость атаки, на 5%. Это действительно очень-очень много. Кольцо телекинеза собирать больше не будем. Циклопическое кольцо, то самое мое, тоже, наверное, любимое из новых предметов, но я сразу говорил, что его понерфят. И магическая сила уменьшена с 80 до 70 на 10 единиц. Не сильно, но все же. Максимальный урон здоровью от пассивного эффекта этого предмета уменьшен с 8% до 7%. Нерв слабенький, но достаточно ощутимый, учитывая то, что кольца телекинеза теперь вообще не будет в билде, потому что, ну блин, ну очень сильно скорость атаки понерфили. Либо собирать и кольцо телекинеза, и циклопическое кольцо, как я делал до этого, но теперь нам придется все кольца вообще в билд засунуть, чтобы у нас билд был полностью на скорость атаки. Ну, наверное, как-то так. И у нас ослабили класс убийц. Бонусное пробивание убийц изменено с плюс 5.025 за уровень до плюс 2.04 за уровень. На самом деле сильно ослабили убийц, но в этом патче, точнее, ну да, в 10.2 патче они показывали какую-то ультра просто силу, поэтому, ну, нерв обоснованный, я считаю. И по предметам сразу же гнев Йотуна, естественно, ослабили. Сейчас гнев Йотуна вообще все собирают, и АДК, и убийцы, и воины, и вообще все. Физическая сила уменьшена на 5 единиц, до 40. А глиф, тоже хитрость Йотуна, очень сильный предмет, также на 5 единиц ослабление, ну, физическая сила уменьшена. То есть ослабили на 5 единиц. И мощь Йотуна на 5 единиц ослабили. То есть в целом всю ветку вот Йотуна ослабили, но ослабили, ну, я считаю, что правильно, потому что предмет достаточно must-have-ный, собирают его все абсолютно. Ну, нерв, понимаю. О нет, книга то-то, нет. Магическая сила уменьшена на 10 единиц. Бонусные магические силы от маны предмета уменьшены с 7% до 6%. Жесть, жесть, да. Но книга то-то — это тоже must-have, супер сейчас предмет для магов. Его тоже все абсолютно собирают, чуть ли не в любом билде. Можно магов-танка собирать. Но книга то-то обязательно в этом билде будет. Ну, до этого была. Да и сейчас ее будут собирать. Все равно нерв такой себе. Так, улучшенная книга то-то. Ослабление. Магическая сила уменьшена с 80 до 70 единиц. Хотя здесь уже ощутимо. Бонус магической силы от маны предмета уменьшен с 10% до 8%. Слушайте, ну 2% это тоже достаточно жирно. Бедный кукулькан. Это предмет, который вообще должен быть привязан к персонажу. Его очень сильно нерфят, я думаю. Ну... собирать его все равно будут, аналога все равно нет. О, скрижаль. Тоже полюбившиеся мне предметы многим. Также в билде собирается вместе с книгой то-то сейчас на магов. Бонусный урон уменьшен с 0.14 до 0.12. Ваши максимальные маны за заряд. Чистый урон. Ну, небольшой нерв. Давайте так, скрижаль туда-сюда по патчам в Алозию. То ей это убирать, то ей то убирать. В принципе, бонусный урон уменьшили всего на 0.02. Ну, такое себе. Нормальный нерв. Щит гладиатора тоже понерфили. Бонусное эскалирование урона уменьшено с 35% до 30% вашей защиты от предметов и способностей. Ну, слушайте, 5% эскалирования — это очень много. Ну, прям очень жирно.
Так, и разделочный топор также, да, понерфили бонусный урон в процентах текущего здоровья и исцеления. От скалирования защиты уменьшен с 2 до 1% вашей общей защиты от предметов. Ну, будем честны, топор очень сильный был. Оправданный нерф полностью. По поводу гладиатора, ну, даже не знаю. Так, башенный щит усиления, это Т2, физическая сила увеличена на 15 единиц, кстати. Но здесь большой разгон от Т2 до Т3, то есть до максимального предмета, будь там берсерк или еще кто-то, там большая стоимость, если не ошибаюсь, поэтому в целом физическую защиту, ну, оправданно увеличили. Так, из богов у нас понерфили, кстати говоря, Меркурия, быстрейший бог на свете, это его пассивка. Пассивный бонус физической силы за пройденное расстояние уменьшен на 0,02, кстати. Максимум уменьшен с 30% до 20%, но, слушайте, нехило так. В описании способности Меркурия теперь указано, что при повышении уровня до 7 пассивный эффект увеличивает скорость передвижения у всех богов. А у него всегда так было? Серьезно, его пассивка что? Увеличивает скорость передвижения у всех богов. Я сколько в Смайт играю, первый раз об этом слышу. Если вы тоже слышите об этом первый раз, пишите в комментах. Но я правда такого не помню. А он в ауре как-то увеличивает или он вообще... Ой, очень странно. Ну ладно, окей. Так, попробуй найди. Перезарядка увеличена с 8 до 9 секунд. Это, по-моему, двойка, если не ошибаюсь, баф на скорость атаки. И Сурта, кстати, понерфили. Ходьба по углям, это тройка, если не ошибаюсь. Еще не все запомнил по нему. Максимум заряда усиления скорости передвижения уменьшена с 4 до 3. Ну окей. Это получается 5% на максимум. Самозамедление уменьшено с 20% до 15%. Ну... Тройку, наверное, да, оправданно понерфили все-таки. Я игру, ну, достаточно мало поиграл на Сурте, у меня где-то есть видео по нему одно, но я буквально пару каток всего сыграл. Химдаль, кстати, смотрите, апнули Химдаля, пронзающий взор. Исправлена ошибка, из-за которой усиление этой способности действовало наоборот. Должно наносить 310 в лите базового урона. Наоборот? Как понять, усиление способности действовало наоборот? Окей, ладно. Ну, это по сути не усиление, а получается исправление бага. Ну, написали как усиление. Собственно, вот такой вот небольшой патч. Вышел он уже вчера и уже на лайв-серверах. Просто почему опять-таки делаю это видео? Не все читают патчи, а информацию больше брать неоткуда, по сути. Поэтому вот вам патч, вот вам его небольшой разбор. Считаю, многие бафы и нерфы, ну точнее, нерфы в припатчах. При патчах всегда нерфы. Ну вот 90% это нерфы, потому что выходит какой-то большой патч, в нем что-то меняют, что-то обязательно усиливают так сильно, что это по-любому нужно нерфить. И в припатче это, как правило, нерфят. В принципе, Йотун, книга, скрижаль, все оправданно понерфлено, топор в том числе. Поэтому хорезы молодцы. Небольшой ролик у нас получился. Не забудьте то, что в моем телеграм-канале проходит розыгрыш с нового скина на Кумба Карно, а на моем бусте для платных подписчиков розыгрыш скина на Геба. И все новые, все классные, поэтому по ссылкам переходите, смотрите, вдруг кто-то захочет стать моим бусти подписчиком. Ну и на телеграм подписывайтесь. А с вами, получается, увидимся уже в следующем видео. Всем пока!